Министерство экономики Республики Татарстан совместно с фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом презентует новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире 7-й выпуск реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Ну а пока проделаем небольшой экскурс в прошлые выпуски реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось 10 команд по 5 человек в каждой. 10 команд вступили в борьбу за главный приз – 1 миллион рублей. Команды обрели своих наставников, а наставники – свои команды. Наставники внесли существенные коррективы в бизнес-ниши своих команд. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рестконсул» продолжила борьбу за главный приз. В течение нескольких недель майку лидера попеременно примеряли разные команды. Из-за споров и разногласий между наставниками фабрику предпринимательства покидал Артем Захаров. Ну, конечно же, потом благополучно возвращался. Все это было в прошлых выпусках реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Мы продолжаем следить за командами, которые, напомню, с нуля должны создать и развить свой собственный оригинальный бизнес-проект. Команда, которая благодаря своему бизнес-проекту заработает наибольшее количество денег в рамках шоу «Фабрика предпринимательства», получит главный приз в размере 1 миллиона рублей. Сегодня на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» команды пришли в хорошей форме, в прекрасном настроении и с мечтами о главном призе реалити-шоу. И это здорово! Команда «Золотая Орда». Миллион! Команда «Амбицентр». Миллион наш! Мы выиграли миллион! Но как поется в одной популярной песне, мечта сбывается и не сбывается. Не все так безоблачно, по крайней мере, для одной из команд. «Золотая Орда» попала в зону вылета. И какой вердикт вынесут наставники и эксперты для улыбчивой команды, смотрим прямо сейчас. Команда «Золотая Орда». С нами к победе! Алга! По звонкам, почему у нас такой плохой результат? Наверное, даже Алла шикарит, мы вся команда на этой неделе закрыли наш экзамен. Все полностью закрыли и полной силы уже с этой недели приступим по полной программе. На нашем задании что будем делать? Они справились. Как справились? Счета нет. Они борются с трудностями. Ну, я знаю, что у верблюда два горба, потому что жизнь борьба, да, но мне кажется, это не тот случай. Просто у нас что? У нас вот каждый раз Ислам нам... у нас же не Comedy Battle. Вот был бы Comedy Battle, они бы уже были... Ислам, кстати, вопрос. Почему только один совершал звонки по заданию журнала First Case? Чем занимались остальные? У нас было связано с экзаменом, все остальные ребята были на экзамене. Не, ну у нас теперь все, бизнесом не занимаемся, у нас теперь экзамен, да? Забыли поаплодировать, что молодцы, вон ребята экзамен сдают. Ну, просто мне кажется, это какое-то там, опять-таки, отвратительное отношение к проекту. Работы неделю не занимались там, ну вот, ладно, научились более-менее приятные презентации лепить. Вот у нас единственный толк от проекта будет. Бизнесом занимаемся плохо, домашние задания не делаем. Но мы сидим, это все терпим. Я не знаю, как. Ну, мне такое отношение не нравится. Я считаю, что ребята, это просто не... неправильно. Кто за то, чтобы третью неделю дать? Давайте руки поднимемся. Кто за то, чтобы дать шанс? Раз, два, три, четыре. Альбин, одумайся. Не порти камеру. Отлично. Кто за то, чтобы не давать шанс? То есть прям жесткачу строить. Спасибо, Артем. Влияние Артема растет. И вновь команде, не выполнившей домашнее задание, удалось избежать вылета. Да, что это на фабрике предпринимательства? Кризис? Или между наставниками началась настоящая конкурентная борьба за главный приз? Послушаем мнение наставников. Было изначально немножко даже страшно, потому что я боялся, что это будет схватка не между командами, а именно между наставниками.
Вот. Но как показывает практика, то есть действительно наставники – это одна семья. Мы подсказываем друг друга, мы можем консультировать команды друг друга. Та атмосфера, которая здесь есть, те условия работы, которые есть, они показывают, что это не соревнование наставников на самом деле. Есть конкуренция среди команд, есть конкуренция среди наставников. Может быть, кто-то об этом не хочет говорить, но она однозначно есть. Никто не хочет, чтобы его команда была в аутсайдерах. Все хотят выиграть. Среди наставников очень хорошая атмосфера, очень дружелюбная. Но есть, конечно, на самом деле наставники, у которых видно большой запал и большое желание победить. Некоторые участники из наставников пытаются всячески выгнать одну из команд там. Теперь мы тщательно будем следить за действиями наставников. Ну а мы продолжаем следить за отчетом презентации домашнего задания. Команды должны были открыть расчетный счет, сделать книгу расходов и доходов по упрощенной системе налогообложения, продемонстрировать регистрацию юридического лица. Мы – коллектив начинающих предпринимателей, КНП. Время – деньги! Добрый день. Наш отчет за неделю. У нас два направления – это бар и моторное масло. Отчет по холодным звонкам – тут у нас провал, как уже говорили. То есть у нас база данных была 570 предприятий. Мы взяли свою сферу. Это предприятия, которые работают с автосервисом, с маслами, торгуют. Мы им всем звонили, то есть сделали 70 звонков, получено 29 имен ЛПР и имейлов, и получено прямых КТ-4 номера. Собственно говоря, именно поэтому нас контакты оценивали. Вот. Так, дальше, пожалуйста. Соответственно, по маслу, собственно говоря, у нас Яндекс.Директ, у нас одна продажа за неделю. Следующий, пожалуйста, слайд. Это у нас по площадкам Авито у нас не было продажи масел на этой неделе. То есть звонки были, но цена не устраивала, что это уже порадовало, по крайней мере. Следующий, пожалуйста, слайд. Соответственно, за неделю у нас мероприятий по бару не было. Выручка, соответственно, с масла 2200, прибыль 270 рублей. На самом деле есть над чем работать. По поводу команды меня, в принципе, очень радует. Большинство участников, та, которая, по крайней мере, здесь сейчас сегодня присутствует, она очень активна. В принципе, каждый день мы с ними общаемся, встречаемся на неделе. Вот. Но будем развивать. Есть там просто задумки, про которые мы еще не говорим. Но как осуществим, уже они отчитаются. Команда All in All. Победить пришел! В четверг выполняли задание по холодным звонкам для журнала FESKI. Была взята база из Дубльгиса. Обзванивали риэлторские компании, турфирмы и мебельные компании. Каждый прозвонил по 30 номеров, и итого 12 имейлов и контактных данных. Согласились с нами работать, то есть отправили прайс-лист 12 ивент-агентствам, и с двумя заключили договор на проведение праздника, то есть мы им предоставляем наши машинки. Как-то это вы не закончили, да? То есть так, тишина то и есть, все. То есть Алина хотела сказать, то, что на следующей неделе мы проводим два мероприятия, уже есть. Завтра уже покупаем две машинки по 6 тысяч, одну по 9 тысяч. И, собственно, будем проводить мероприятия. Сейчас будем добивать все ивент-агентства и, наконец, это. Я вот что хотел сказать. Я вас постоянно ругаю, да, потому что занимаетесь вы тем, что вам не дают обратный какой-то выхлоп, хотя вас все наставники поддерживают, что нужно там правильно работать в этой нише. А вот сейчас показалось, что вы параллельно нашли через новый канал новые направления. Вот. Реально детских мероприятий в неделю очень много вообще, очень много. У нас сколько проходит детских мероприятий в Туланово-Лом, там у нас каждую субботу-воскресенье там по 8-10 мероприятий. Поэтому с этим средним чеком, который идет почти что все в чистую прибыль, это отличный результат. Окупаемость ваших инвестиций с двух-трех мероприятий. Вот. Соответственно, 100 машин вам и все. 100 машин будет один Lexus в месяц приносить. Да будет так. Артем Захаров. Я бы хотел что отметить, что на вашем этапе очень много зависит от той энергии, которую вы вливаете в свое дело.
И что-то вот в вашей презентации энергии было ноль. То есть такое чувство, что вы даже у нас немножко высосать пришли энергию, чтобы зарядиться. То есть если ребята, которые выступали до этого, они были заряжены, там, в бой, все, и там презентация так приходила. Ну, а вы даже что-то как-то говорили, а в конце вообще батарейка села, и презентация на этом закончилась. Поэтому, ребят, ну, если вы так и в деле будете, и так и будете сюда приходить, то никаких результатов не будет. Поэтому как-то настраивайтесь, там, изыскивайте свои там, внутренние ресурсы, чтобы все это было более позитивно. Команда Five Energy. Мы делаем деньги. На этой неделе мы для First K делали холодные звонки, собрали базу из 35 компаний, обратную связь дали 18 компаний. Все, можно следующий слайд. Также был открыт расчетный счет, мы его ведем с самого начала, и ведем в Excel, вот доказательства, и книгу учета ведем тоже. Можно следующий слайд. Вот у нас была действительно очень продуктивная неделя. На этой неделе за 3 дня мы выручили 65 тысяч. Чистая прибыль составила 50 тысяч рублей. Это за 3 дня. Еще приятная новость. Приятная новость у нас пришла, наконец, наш мобильный ролл-бар. Теперь вы можете найти нас в парке Горького. Мы там будем точно всегда по выходным. И чаще всего будни, часиков с 5 и так до 11 вечера. В итоге, подводя итоги за месяц, да, вот он, слайд. Выручка наша составила 105 475 рублей, из которых 73 618 – это чистая прибыль. Также хочу добавить, что так как Камиль выбыл, у нас первый раз с нами работал наш наемный сотрудник. И также мы разместили объявление, и уже куча желающих, уже человек 20, хотят с нами работать дальше. REST Consul. Расширяя границы. Мы получили книгу учета, получили ООО в понедельник, а расчетный счет у нас будет готов в понедельник, потому что эта неделя была короткой и... Ну, нам так сказали, что приходите, мы вам в понедельник все отдадим. И итог. За эту неделю у нас было совершено в общей сложности 300 звонков, назначено 14 встреч, 3 выставленных счета, 1 счет – это на обучение, мы будем обучать в заведении, и 2 выставленных счета – это как раз-таки на HR. Также выставленные счета на общую сумму 35 500 рублей. Спасибо. Моя команда меня радует, то есть как бы, ну, у нас пока нету такого ощутимого результата, но работа происходит, то есть мы уже понимаем, чем мы занимаемся, зачем мы этим занимаемся, и как бы уже идем вперед. Ну, есть предложение не зацикливаться на Казани, пойти дальше по другим городам. Вот посмотрим, как на следующей неделе мы его будем реализовывать. Команда ту-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 ту шаг! Фактически данные 340 звонков, 30 отправлено и коммерческих приложений, и 6 встреч. В понедельник надо будет дожать эти встречи, потому что там люди думают насчет контекстной рекламы, лендинг-пейдж и так далее. И один крупный заказ на корпоративный сайт, но там в виде тендера происходит, поэтому будем ждать и будем надеяться. Ну что, как презентуемся, так и работаем, немного сумбурно. Но радует, что у ребят есть прогресс в качестве работы, потому что я тоже смотрю, что они делают непосредственно для заказчиков. То есть если вначале это было, ну, действительно, там, где-то слабовато, и где-то там филонить себе ребят позволяли, то сейчас уже делается на уровне, и плюс я думаю, что за теми заказами, которые будут сделаны, будут везде положительные рекомендации, и будут еще там заказы по сарафанному радио. Вот, я сейчас не знаю, я там давал свое задание, я не знаю, как это, сделали, не сделали? Ну вот, то есть уже какие-то результаты будут. Ну, соответственно, идем, конечно, не так, как хотелось бы, но я думаю, сейчас встречи дожмутся, и уже в следующей неделе финансово нас порадуют. Мы команда 4+1. Мы железно победим! Добрый день, перед вами команда 4+1 и наш отчет за неделю. Это наши документы о регистрации юридического лица, переход на упрощенную систему налогообложения, книга учета расходов и доходов наша, воронка продаж за неделю.
По кликам у нас получилось 63, 8 заявок, 3 раза ездили на замер. И продажи, 2 продажи было. Это одно. И еще наша выручка за неделю 60 600 рублей, из которых мы чистыми заработали 10 000, был объект на бурение. В Лаишевском районе, поселок, даже деревня Бутыри. Почему сейчас ребят нету? Потому что они уехали за материалом на завод, который он сейчас уже у заказчика. Там оборот всего 18 000 рублей, чистая прибыль составит 5,5. То есть все уже готово, завтра едем делать забор. Спасибо. Ребята молодцы, стараются. Вот. И я хочу сказать, что любой предприниматель, вот, вы знаете, ребят, вообще не только к вам обращаюсь, и всем, да, то есть вот научиться работать, делать деньги на заборах, на скважинах, то есть самое главное научиться оборачивать деньги, это самое важное, понимаете? Пойдете вы дальше в IT-сферу, да, там, продавать нефть, или без разницы, самое главное, вы научились эти деньги делать. Команда А всегда первая. Но это все тот же наш сайт, который показывает, как ни странно, неплохую конверсию уже которую неделю. Далее это наше свидетельство о регистрации ИП, об открытии расчетного счета в Интехбанке, мы его открыли. Мы запустили группу, на этой неделе мы прекратили предварительные продажи пока на данный момент, потому что продукт сырой, и мы не хотим продавать сертификаты в том виде, в котором они есть сейчас, поэтому мы немного их переделываем. Вот. По заявкам мы получили на этой неделе порядка 9 заявок, по-моему. Вот. То есть мы сейчас собираем предварительные заявки, и в предварительные заявки там, мы предоставляем участникам всего лишь скидку в 500 рублей. То есть потенциально мы продали им билеты по 3500, ну так сказать. С какого дня вы начали собирать заявки? Заявки мы начали собирать еще с прошлой недели, первые заявки получили. Предварительные заявки, которые мы обсуждали? Предварительные заявки, которые мы обсуждали, мы начали собирать со среды, получается. Вторник, среда, где-то так. Со среды у вас сколько получил заявок? 9 заявок на данный момент. Да, вот, с нами связались также представители клаустрофобии, как ни странно, это лидер рынка. Вот, клаустрофобия нам высказал желание, так скажем, с нами сотрудничать и обменяться рекламой. То есть, чтобы мы оставили наши контактные данные у них в квесте, они у нас. Ну, заинтересовались, мы их пригласили на квест, мило поговорили. Хочется отметить, что мы взяли на себя довольно сложную задачу, на самом деле, потому что, когда есть просто идея квеста, это одно, но когда тебе нужно придумать все эти загадки, сделать чертежи полностью всех комнат, потому что это нестандартные, скажем так, те решения, которые есть везде, в ремонте, да, предположим. На самом деле, хочется отметить, что ребята делают сейчас колоссальную работу, и они начали собирать предварительные заявки. Я их попросил пока не брать деньги за это, пока мы не увидим не реальную... Взяли. Но они, да, они уже практически начали собирать деньги, то есть... Есть этот счастливчик, да, он будет у нас отмечен особо, то есть на следующую квест-комнату он, скорее всего, пойдет уже бесплатно и будет попадать на тестирование комнат. Сейчас на данный момент, то есть полностью вся подготовительная, самая сложная работа сделана. Осталось только всего лишь навсего ее воплотить в жизнь в виде квест-комнаты. Это на самом деле самое простое, потому что когда все готово, отдать строителям, проконтролировать, чтобы сделали так, как надо, и отдать ее на тест. Я думаю, что до конца месяца, ну, просрочка может быть, но незначительная, буквально несколько дней, они все-таки справятся. Сейчас отставание от графика у нас составляет 4,5 дня, если быть точным. Команда «Бицентр». Невозможное возможно! Вот, мы решили сконцентрироваться на организации романтических свиданий. Может быть, это не столь оригинально, но идей у нас масса, и это действительно то, что нам нравится. Лендинг вот готов, он будет дорабатываться, услуги наши будут расширяться. Вот, на данный момент это романтические свидания, доставка подарка в окно, оригинальные подарки, букеты. Вот. И, ну, есть еще отчет у нас за неделю наших окон. То есть те наши промышленные альпинисты, которые раньше мыли окна, теперь будут приносить подарки в окна. На этой неделе мы собирали команду, у нас как бы разброд и шатание был в каком-то смысле. Я вот как бы считаю, что всем командам есть, наверное, поделиться на эту тему. Мы открыто говорим о наших трудностях.
Лично мне показалось, что команда стала смотреть в разные стороны, причем не в сторону, как работать, а в сторону, как бы вот найти свое место, но непонятно для чего. Команда «Носорог». Нет препятствий, есть цель! Это вот наш скрипт. Написали скрипт, продали, позвонили. Дальше. Вот наш воронка, 102 звонков. То есть мы втроем звонили, по 40 звонков взял каждый. То есть конверсия примерно 50%. Именно закрытие на номер, имя и непосредственно email самого пользователя. И флешку открыли, в Интербанке открыли расчетный счет. Договор, кстати, подписали нас один, но, конечно, не 100%, позор, не ложь. Не 100%, ну, здесь будет анализ у нас, оценка компетенции персонала, написание скрипта для компании и разработка внедрения программы лояльности. То есть мы сейчас занимаемся аудитом и продвижением компании. Несколько на стадии тоже. Подписание у нас договора. Денег нет пока, то есть если в дальнейшем не будет денег, я на вашем месте нас выгнал. Бизнес-тренинги от наставников – это хорошая школа для будущих предпринимателей. Именно здесь они учатся правильно общаться, проводить анализы встреч с потенциальными клиентами, а главное – получать бесценный опыт и навыки предпринимательства. Итак, на неделе команды совершали холодные звонки по собственно составленной базе и приглашали желающих посетить мастер-класс Андрея Гаврикова. Кто больше всего смог получить обратной связи, тот и объявляется победителем недели. Здравствуйте, меня зовут Эльвира. Я представляю журнал First K. Наш журнал организует мастер-класс по интернет-маркетингу. Скажите, пожалуйста, по поводу маркетинга, к кому я могу обратиться? Мы обзваниваем все маркетинговые агентства. Ну, у нас осталось свободных 120 билетов, вот. И вот 120 билетов наша задача... Да-да-да, это платно все. Вот 120 билетов нам осталось продать, и вот задача до 25 июня. И вот я хотел бы вам отправить, ну, информацию на почту. Так скажем, коммерческое предложение, чтобы вы ознакомились, может, заинтересует вас. Угу, так, записываю. Реклама «Собачка». Преодолен экватор реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и командами проделана огромная работа в плане организации своего собственного бизнеса и бизнеса своих конкурентов. Несколько команд уже высказали свое мнение о интересных бизнес-идеях своих конкурентах, и сегодня мы продолжим рубрику прогнозов «Кто получит миллион» на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Как по мне, ну, мне нравится команда Five Energy. У Shark преимущество именно в знаниях, познаниях, и они могут сделать хорошие, качественные лендинг-пейджи, если найду своего клиента. Наши конкуренты основные, думаю, это Five Energy. Компания Five Energy, то есть у них уже есть чистая прибыль, уже у них есть обороты. Ну, допустим, если так 3-2-1, это 4+1 на третьем месте, Five Energy на втором. Ну, я верю в ребят из Shark, возможно, у них что-то получится в конечном итоге, их на первое. Ну, считаю сильной командой Shark. Ну, для нас действительно все. Мы всех считаем за серьезных конкурентов, но наибольше выделяем команду Shark. Очень серьезные ребята. Ну, естественно, мы. Пока пальму первенства прогнозов возглавляют команды Shark и Five Energy. Но это только прогнозы. А вот таблица доходов и чистой прибыли выглядит вот так. Ведь победитель на проекте будет только один. И им станет та команда, которая своим бизнес-проектом заработает больше всех денег. Подведем итоги. На этой неделе лучшей командой стала «Носорог», за что получила переходящий кубок от фабрики предпринимательства и плюс 20 тысяч рублей к итоговой выручке за время проекта. Последнее место, к сожалению, на этой неделе заняли, внимание, сразу три команды. Это коллектив начинающих предпринимателей, команда «А» и «Золотая Орда», по итоговой выручке которых будет вычтено по 10 тысяч рублей с каждой команды. На этой неделе была отстранена от занятий команда «Золотая Орда». Команды получили следующее домашнее задание.
Необходимо провести 3 деловых встречи и по ним составить инструкцию по 3 основным этапам – подготовка, проведение и анализ встречи. Прислать инструкции текстовым документом. Все результаты вложить в еженедельную презентацию отчет и прислать на почту организаторов реалити-шоу. Министерство экономики Республики Татарстан совместно с фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом презентует новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 000 000 рублей.